Так. Валерий Косевич, здравствуйте еще раз. Мы только что с вами разговаривали по телефону по поводу обрезки саженцев яблонь. Вы просили прислать фотографию. Еще я сфотографировал основание двух саженцев. Там торчат корешки. На какой уровень тогда ориентироваться при посадке? Чтобы только корешки прикрыть? Или все-таки по уровню земли в горшке? Вот. Это важнее, вот сейчас это вопиющий, вот это хорошо бы все увидели, это то, что будет в течение ближайших 10 минут. Нагрузку подарили мне два пакетика с натуральным средством, разработали в Тимирязевской академии. Вы представляете, разработали. Так, откуда это горе саженцы приехали, рекомендовали полить после посадки. Уже сразу она сама их назвала горе саженцами. Итак, Анисимова Светлана. Получается так, что это будет вторая тема. А пока первая тема. Внимание. Тут надо какой-то тур. Там-дам-дарам-дарам-дарам. Открывается дверь из самой Тимирязевской академии. Совпадение, нет? Или это Бог специально послал мне вот эти письма, вот это вот Анисимова? Вот. Что она сделала? Тут есть текст? Или я добавлю от себя уже сейчас? От себя добавлю. Итак, дело было так. Она обратилась в питомник Тимирязевской академии. Так, и сказала, я приеду за саженцами. Ей сказали, нет. Вспоминайте, как я сколько вас учил, новичков. Стариков уже не обманешь. Вас, новичков, кто это, как я говорю. Позвонили и сказали, я приеду. Запретили приехать? Посылайте. Так вот, Анисимова посылать их не стала. Она заплатила за доставку и получила вот этот шедевр. Вот. Давайте разбираться, что такое шедевр. Вы еще ничего не видите? Ну, то, что вы видите урода 100%. Урода! Это, знаете, как называется? Нет, это не выращивание саженцев. Это другое слово есть. Ну, вспоминайте. Выгонка. На верную смерть. Смотрим дальше. Вот в этом субстрате она так не могла понять, что это. Оно и выросло. Так. Ну, если уже то, что гнить начало, это нормально. Это еще странно, что вот еще листья есть. Вот это вот говорит о том, что они настолько некомпетентны. Помните, ее вопрос был? Корни закопать по эту, как называется. И вот сейчас открывается такая истина, внимание. Она получила не весною, ну там, когда уже начинает облистиваться, она получила это примерно в первой половине августа, как я понял. Я ей попросил позвонить. Мне надо было все уточнить. Я говорю, не может быть, как это же почти середина лета. Да, вот так в середине лета ей прислали. А у нее не хватило знаний, опыта. Взять и сказать, раз мне нельзя выбрать самой, и вот ей вот прислали видео, что погибает саженец, быстрее от этого дерьма избавиться. Вы когда-нибудь видели саженцы вот это, натурально, в саду, самосевом, тайге, заброшенных построек, вот с такими вот штампами. Вот это вот дерьмо, вы видели когда-нибудь такое? И стал вопрос, что делать дальше. То, что они мошенники, запретили выбрать самой. Она же хотела приехать. Ведь когда Сергей приезжает, у него праздник. Не надо везти в Красноярск, заказывать за 20 тысяч газель. Не надо паковать посылки. Он от них чокается уже. Он уже бросает только из этих посылок эту работу. Весна плюс осень. 3 месяца на посылке уходит. Это сумасшедшая работа. Люди говорят, можно приехать? Да ради Бога! Тут же выкопали, погрузили в машину. Нет ведь заставка, почему? Чтобы человек не видел этого дерьма. И вот она получила это, а я их назвал мошенники. Теперь, что дальше делать? Она мне спрашивает, что делать? Вот. Она их вытащила из горшков и закопала. Она спрашивает, где обрезать?
Боже мой, по идее это уже, а еще там навязали эти дебильные, я потом ниже покажу, то, что якобы польет, и они восстановятся. Нет, где отрезать? Я их, когда по телефону сказал, еще не видя фотографии, я сказал, ну отрежь хотя бы половину. Я не знал, не думал, что они в таком дебильном, страшном, смертельном состоянии. Отрежь половину. Она говорит, они же листьев-то нет, то есть этих веток-то нет. Она подразумевала, что вот тут отрежу. И тогда я привел две фотографии. Вот, во-первых, уже не помню кому, я благодарен за эту фотографию. Видите? Из всего дерева выжил только вот этот кусочек маленький. Да? Но это не моя фотография, у меня просто подборка такая. А вот это моя. В начале июня мой друг на рынке сказал, Константинович, дарю. Продать не мог, стоит. Вот. И когда я посадил вот тут отрезал, оказалось, я ошибся. Он у меня вот тут вначале перестал расти вот эта часть, а потом и вообще погиб. Но может быть, если бы я с самого начала, ему пришлось как-то вот сюда подавать раствор, а уже сокодвижение закончилось, вы понимаете? Это же июнь. И вот тогда я сразу может спасться, но он у меня еще 2-3 недели, он погиб полностью. У меня уже железо, мне железо не удалось спасти дерево. Видите, я поливал его. Вот. И вот ей повезло. Ей подарили. Вот, взяла эту дрянь. Ей подарили Эпин Экстра. Разработка, регистрация, изготовитель. На, мол, оживишь. А сейчас я назвал это мертвому припарка. Вот так, друзья мои. Мертвому припарка. Вот это моя учеба, которая не все. Я вас умоляю, ребята. Опять будет 400 просмотров, я знаю, не больше. За неделю, там не знаю. А к концу года еще аж 500. Ну, пошлите в 10 адресов. Сколько у вас электронная переписка? Всем подряд. Вот возьмите эту ссылку. А посылайте, посылайте. Будут смотреть, не будут. Скажите, что вы от души, что вы хотите, чтобы у вас был сад. Вот. Еще и пришлите дальше. Ведь могла бы обойти всю планету эта ссылка. Если бы по большому счету это было бы. Чтобы вот этих ошибок не делали. Ведь человека кинули, есть такое слово, кидало, кинули, ее просто кинули. Она выбросила деньги. Вот. Получила вот это дерьмо. А вот это в насмешку. Еще. Вот это вот. Видите? Это в насмешку. И совесть чиста у них. Посыпать или полить, я даже не знаю, что это такое. И оживет сейчас. Ну и что ей сказать? Ну, взяла она, вытащила с горшком, посадила. Вот здесь отрезайте, вот здесь, в надежде, что хоть чуть-чуть, малюсенький шанс. Никогда вот летом с листьями, они уже, эти листья это, дохнут, уже все, они уже, листья, я, поверьте мне, железо, а это уже не оживут никогда. Хоть поливайте, делайте что угодно. Уже не оживут. Здесь нет жизненной силы, чтобы поднять сюда влагу. Что остается? Вот тут отрезать, от души говорю. И в надежде, что тут из ничего появится, тут почек-то нет. Но есть понятие спящие почки, дремлющие почки. Глядишь и вылезут вот так вот. Извините, короче, мне не получается рассказывать.